Приветствую вас, дорогие друзья! Очередная часть видеопрохождения State of Decay. С вами Алексей, он же Crazy Life. Поехали! Продолжить. Еще раз хотел бы поблагодарить всех зрителей, которые дают подсказки. Очень ценные советы. Сегодня тоже в серии будем их воплощать. Но сегодня уже побегаем немножко по миссиям, потому что в прошлой миссии, точнее не миссии, а в прошлом эпизоде я в основном лутал, ну и хочется немножко пройти по компании. Ну и, соответственно, может там в конце эпизода немножко полутаем. Сейчас загрузимся, разберемся, посмотрим, что да как. Окей. Так, у нас построилась библиотека, хорошо. И наблюдательная вышка, хорошо. Еще огород, насколько я помню, должен был построиться. Так, давайте это скинем. В принципе, можно еще хпшку скинуть. Ну да ладно, пусть лучше будет. Если что, потратим. И надо топор уже заменить. Наш, который скоро сломается. Так, тут какие-то овощи, фрукты. Что там можно? А, девчонка, здорово. Пойдешь со мной? Конечно же нет. Ха-ха, ты занята в огороде. Ладно, занимайся своими делами. А ты со мной пойдешь? Да, погнали. Рад помочь. Покажите дорогу. Ну, на самом деле, у меня тут большие планы на то, куда поехать. Я все-таки хочу выполнить вот этот квест, который уже давно висит. Вот. Он очень сложный, но его нужно выполнить. Тем более, что у нас есть поддержка. Если что, попросим помощи у военных. Это, в принципе, недорого, но зато очень эффективно. Погнали дальше. По дорожке. И направо до упора. Такс. Я, кстати, тут подумал, в принципе, можно на ту локацию на машине заехать. Если аккуратно ее сбросить с моста, то внизу там не лестница. То есть там такой достаточно высокий подъем, но заехать туда можно. Вот. Перебраться через мост, насколько я понимаю, не получится, перелететь через него. Но вот скинуть машину в реку аккуратно, ну, попробовать можно. В любом случае, можно было, в принципе, джип заменить, потому что у меня уже дымится. Не знаю. Главное, чтобы хватило пройти миссию, чтобы не загорелся, не взорвался и не привлек кучу зомбарей. Так, какие-то легковушки стоят. В общем, как всегда, вы выбрались на задание ночью, тем более миссия сложная. Там будет куча уродов. Надеюсь, жирного придурка не будет, потому что он такой самый жестокий. На него тратится просто уйму патронов. Ночь, только пули свистят по степи, и зомбарь у кроватки тайком. Я не знаю, кровь вытирает. Да, ну и песенки рождаются у меня в зомбомире. Вы видели? Это был крикун. А что он делал просто на дороге? Вот меня этот вопрос волнует. Опа, очки, кнопочки. Ну давайте попробуем по новой. Надо аккуратненько ее в реку бросить. Да, не совсем аккуратненько. Но, по крайней мере, встала на колеса. Это уже хорошо. Погнали дальше. Давай, чувачок, запрыгивай. Так, аккуратненько проезжаем. А вот он, кстати, этот заезд. Резкий, дерзкий, но, по крайней мере, на машине проехать можно. Так, я, походу, сам ухайдакую машину со своим криворуким управлением. О, первый огонек уже показался у машины. Ладно, справимся, я думаю, разберемся с этими зомбарями, которые там обитают. Сейчас попросим помощи. Ну, я не знаю, давайте сперва посмотрим, сколько там зомбарей. Сориентируемся и попросим помощи у военных. Ух, ёшки-матрёшки. Ну что, на первый взгляд немного, но это первый взгляд. На самом деле здесь их очень-очень много. Так, давайте частично их завалим. И сразу попросить помощи. Просим помощи, пока они идут. Ой, они уже пришли. Хорошо. Чувачки, помогайте. Они вообще помогать будут, нет? Смотрите, им вообще, по-моему, посрать, что здесь творится. А, они с оружием. Хорошо. Оружие сломалось, как печально. Так, давайте медленно продвигаться к дому. Там должны быть крикуны. Ну или один, по крайней мере, точно. И плюс еще, возможно, толстяк. Прикрой нас. Так это вы меня прикройте. О, тут два крикуна. А где вы, ребятушки? Ах ты вы, суки. Хорош орать, тварь. Сейчас сюда зомбарей набежит.
Так, 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 мы его не уработали. Ах ты ж ёшки-матрёшки. Вон он, еще один крикун стоит. Месим его. Так, это кто? Это крикун. Он через дверь стоит. За дверью, точнее. Давайте попробуем. Здорово, сука. А-а-а! Падла. Давай, давай. Ну помогай, ёшки-матрёшки. Ты что встал-то? Ты дурак? Встал как вкопанный. Так, одного мы уработали. Надо, осталось еще одного уработать. Это мы его уработали? Я понять не могу. Где-то, сука, еще один. Допустите, блять, меня внутрь-то. Что вы так встали-то? По-уебищному. Где еще один крикун? Сука, где-то здесь, а? Вот по-любому где-то здесь. Так, 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 хорош. Чуваку помощь нужна. Ну-ка, отвали от него. Помогаем. Давай, Z, добивашка. Отлично. Полутать, я так понял. А, все, мы справились. Осталось, наверное, только зомбарей завалить. Но давайте не использовать огнестрельное оружие, чтобы лишнего шума не привлекать. Хотя военные шмаляют и портят нам всю картину. Хорошо, минус. Давайте закроем дверь. О, отлично, очистили место. И чего? А квест где? Все, что ли? Ну-ка, карта. Да, смотрите, все типа выполнили. Отлично, отправляемся домой. Хотя нет, давайте сразу ему покажем дорогу. Так, машина у нас цела, насколько я понимаю, но скоро сломается. Главное добраться на ту сторону. И там уже придется сменить машину. Да насрать на зомби. Спецназовцы, вы мне чувака-то это, усадите. Ладно, он нас догонит. Хотя нет, не догонит. Там же по квесту его надо провести. Неосторожная езда. Так, ёшки-матрёшки, ты садись в машину-то. Давай прыгай. А то военные резко-дерзко садятся. Нет, он не хочет. Короче, валим отсюда. Ой, бляха. Пошел ты нахер, тварь. Тут вообще куча зомбарей. Давай, чувак. Сука, ты дурак, давай прыгай резче. Он тупит. Он банально тупит. Сука, меня сейчас так вытянуть могут. Отвалите. Ты поедешь, нет? О, сейчас вытянут. Давай, прыгай. Прыгай, балбес. Блять, пошел нахер. А, все, уже прыгнул. Я реально уже готов был без него уехать. Он пиздец, стоит, затупляет. Вокруг куча зомбарей, куча крикунов, всего куча. Толпа зомби. Да насрать на вашу толпу зомби. Мне главное до реки добраться. А там-то я уж что-нибудь придумаю. Так, спускаемся вниз аккуратненько. Ага, аккуратненько, сейчас. Я и аккуратненько, это, по-моему, понятие несовместимое. Ладно, валим отсюда. Нам, в принципе, надо просто залезть наверх, найти побыстрее там точилу на том берегу. Толпа зомби, не надо мне никаких толп, блять. Отвалите, отвалите. Вот здесь, по идее, здесь... Во-во-во-во-во, бежи. Немножко осталось. Надеюсь, он справится с ними. Ну, по крайней мере, что пробежит. Ты побежал сюда, чувак? Отлично, красавчик. Не стал с ними связываться. Обычно они начинают бороться, пытаться с этими толпами, и ничего у него не получается. Но тут сразу за мной побежал. Давай, бежи. Внимание, зомби на подходе. Сука, это плохо. Машины-то нет. Но машина чуть дальше есть. Главное до туда добежать. А чё, чувачок-то со мной побежит, нет? Где он? Так, там куча зомбарей, вон он бежит, вижу. Главное, чтобы он не ввязывался ни в какие битвы. Вон там впереди что-то дымится, наша машина старая. Ах ты, сука, отвали. Побереги себя. Да ты себя тоже побереги. Ну-ка, сука, отвали от него. Тут, в принципе, лучше не связываться с зомбарями. Тут они набегут огромной толпой. Давайте лучше так вот аккуратненько побежим до машины. Главное дойти до машины, и все. Все остальное будет зае. Короче, позитивно. Ха-ха. Зае. Ах вы, суки, уже стоите на карауле. Давай быстро прыгай, потому что тут двери нет, меня вытянут сразу. Оч. Аккуратненько. Все.
Можно считать, что mission accomplished. Миссия закончена. До машины добрались. Фу, да, аркадно было очень. А, сейчас еще эту машину ухайдокаю. Так, надо будет посмотреть карту, где здесь поворот. Хотя, когда начнутся дома, можно и поворачивать, в принципе. Фу, что я могу сказать? По хардкору было, по хардкору. Но с военными всякое намного легче. Они помогают просто нереально. Правда, местами мешают пройти, местами то, но их трое. Они стреляют, они бьют дубинками, в общем. Все равно от них больше пользы, чем вреда. Так, это у нас куда поворот? Хорошо, не надо это выяснять рядом с зомби. Ага, все, понял. Следующий поворот налево, это наш. Фу, аж дух хочется перевести. И опять все вылазки среди ночи. Ну, в духе. В духе игры на хардкоре, что называется. Или по хардкору. Сейчас закажем себе новый джип. Недорого, в принципе, 5. А, 5, как его там? 5 чего-то, я уже все забываю. 5 влияния стоит. Так, патроны не хватает, еды не хватает, медикаментов еще бы, да? Так, ну в принципе сдавать-то нечего здесь нам. Давайте замутим какую-нибудь стройку. Мне советовали построить обязательно больничку, чтобы увеличивать хпшку. Потом построить, как же его называют-то? Ох. Спортзал, вот, для выносливости. И для того, чтобы чинить оружие. Мастерская. А где она тут есть, мастерская-то? Это что такое? Базовая мастерская. О, во-во-во-во-во. А это? Бесплатная медицинская помощь. Скорость исследований. Давайте мастерскую запилим. 14 минут строится. И-и-и. Че ж продать-то, а? Все равно придется, наверное, что-то продавать. Так, форпосты. Что можно установить вокруг форпостов? Ну, давай поставим. Отлично. Материалов уже нету, просрали все. Ну да ладно, что. Зато все позитивно. Так, давайте, я же хотел, кстати, заказать этот. Где она? Газособиратели, тра-та-та-та-та. Не понял. А где этот за 5 влияния? Набор-то начальный. Переместить вас на ватерпост. Строительные рекомендации. Или что, он один раз, что ли, юзается? Тю. Что-то я это не понял. Ладно, нет так нет. Что у нас по квесту? Показать дорогу, да? Пошли покажем. Заодно сменим машину. Потому что это уже скоро раздолбается. Давай, прыгай, чувачок. Там, я надеюсь, будут где-нибудь машины по дороге. Так, вот аккуратненько. Тут из-за деревьев можно нарваться на камни, их плохо видно. Так, это я место знаю, это опасное место. Можно угодить в яму и перевернуться. О, толпа зомбарей. Здорово. Так, мне говорили вручную всех бить зомбарей, но у меня сейчас оружие очень плохое. Поэтому нет смысла пытаться это сделать вручную. Что, все? Че у них за квесты? Задолбил толпу зомбарей ему хорошо. None of us knows what's gonna happen next. Mm-hmm. But we've gotta have each other's backs. Together we can survive this shit. On our own, we're done for. Да выживем, не переживай, не бзди. Good. That's all I wanted to say. Так, а тут, по-моему, машина хорошая стояла. Или джип я этот заюзал, не помню. Давайте посмотрим. Может, здесь есть какая-то точила хорошая. Так, тут не проехать. А тут забор. Ну, ёшки-матрёшки. Ну что за бред, что он деревянный забор на машине не может сломать? А, вот, смотрите-ка, не заюзал. Я думал, этот грузовичок использовал уже. Да зачем с ним связываться? Погнали.
Вот это, кстати, хороший пикап. Он очень быстрый, управляемый. В общем, я не знаю, у меня одни только хорошие впечатления об нем. Так, едем вперед и направо. Только я вот не помню, здесь направо или чуть дальше. Сейчас сориентируемся. Ага, надо было чуть дальше. Но можем через камни проехать, но, если честно, я не хочу. Где-нибудь встрянем там. Поэтому поедем по дороге. Это вот сюда вот и направо. Хорош. Давай, машинёшка, разгоняйся. Окей. Да, кстати, мне еще сказали, что не обязательно лут таскать с машины. Можно подъехать просто, и она... Ну, куда-то там подъехать, и она сразу автоматически сдастся. Что, в принципе, хорошо. Надо будет обязательно попробовать. Истинное лицо страха. Хорошо. А ты со мной пойдешь еще? Иди за мной, прикрывай. Нет. Нет, вот тебе и нет. Вот так вот людям и помогай. Нет, и все. Да, ладненько. Ты со мной пойдешь? Походу, нет. Они обычно, когда идут, сразу соскакивают. О, вот этот сразу видно, что пойдет со мной. Так, что у нас там квесты-то говорят? Помогите очистить зону от зомби. Давайте сделаем, почему нет? Тем более, что рядом. Сброшенный груз, обязательно сюда съездим. Но сперва очистим от зоны. От зомби. Так, ребят, давайте сделаю стоп-старт и продолжим через буквально-таки мгновение. Так, продолжаем. Я хотел посмотреть, сколько у меня там влияния уже накопилось. 450, ну не так много. На всякий случай укрепить оборону. Да, укрепим, чё? Еще пару форпостов. Да, кстати, по поводу форпостов. Мне советовали обосновывать форпосты не там, где вопросики, а там, где уже написаны ресурсы. Ну давай уже запрыгивай, что ты тупишь-то? Ох, они затупочки-то, а. Ну ладно, перед базой-то можно потупить, в принципе. Но когда они делают это перед зомбарями, толпой зомбарей, то это выглядит как-то глупо и странно. Ну может, они суицидники и еще и хотят и нас угробить? Не знаю, какие у них такие планы на это все. Так, вот этот дом, походу, да? А, смотрите, там еще и полутать можно что-нибудь. Чуть найти. Сука, а где все-то? Смотрите, что за тишина. Меня аж как-то пугает такая тишина. Ну да ладно. О, смотрите, там какой-то чувачок бегает. Здорово, парниш. Давайте сюда собиралок вызовем. Зачем собиралок? Затем, чтобы вопросы убрались, и мы здесь форпост обоснуем. Прибытие собирателей. Отлично, ждем. Так, стоп. Чувак, мы тебе поможем обязательно. Подожди. Сейчас собиралки придут, я обосную форпост. Все сделаем. Все будет нормалек. Ох, тут много может что полутать. Ну что, где они, собиралки-то? Тут, в принципе, недалеко база-то. Так, на втором этаже можно что-нибудь полутать? Тут ничего. Ну-ка, отойди. Тут пусто. И тут... А, вот тут есть. Хорошо. Так, и где собиралки? Что ты хочешь от нас? Так, помощь в освобождении этой местности от зомби. Мы все в одной лодке, оставить все как есть. Ладно, погнали, короче. Ready to go? 'Cause I am. А, так еще и показать надо, где это, чего. Текущее задание, направляйтесь к скоплению. Ага. Сейчас направимся, но подождем в собиралку. Где собиралка? Чуть не видно никакой собиралки. Не хочет он сюда идти, наверное, среди ночи. А может, реально они не могут ночью ходить, собиралки? Я же так и не проверил. Хочется поскорее тут все облутать, если честно. Ну, ждем собиралку. Как в песне. Подождем твою маму, подождем твою мать. Короче, реально он меня уже за это заюзал. Очень долго он идет. Давайте уже потихоньку лутать. Наверное, не придется здесь обосновывать форпост. Как-нибудь в другой раз. Че, ты пришел? По-моему, пришел кто-то. А, приступай. А, все, отлично.
приступает к поиску. Но мне важно, чтобы он вопрос эти превратил в ресурсы, и, соответственно, мы можем здесь обосновать форпост, как мне рекомендовали, потому что ряд с вопросами, Леха, не вздумай делать форпост. Ну что, подождем его 200 тысяч лет. Сейчас он будет здесь долго ковыряться. Дай мне минутку, как он говорит. Слушай, чувак, давай я пособираю сам все. Ты долго здесь ищешь. Давай быстрее. Какие-то строительные материалы. Ну тут понятно, что еще второй этаж недостроен. Да ладно, зомби тут нету. Ну ты просто капитан очевидность. Капитанишь на ходу. Ванна. Вот так, кстати, мне нравится, когда в домах, в частных, вот есть и ванна, и душ. Вот, допустим, я просто любитель душа, а некоторые вот не признают его, любят ванну. То есть, когда семья большая, в частном доме можно выбрать, кому что больше нравится. Ну и, соответственно, очень удобно. А, так, куда он ушел-то? Я фонарик не хочу включать, на самом деле, потому что это, наверное, привлечет зомбарей, которые тусят на улице. Просто могут запалить. Запали, запали мое сердце огнем. Что-то мне сегодня проперло на какие-то песенки. Давайте, может, пока окна поколотим, пока он собирает. Не знаю, просто от нечего делать. На самом деле бесполезное занятие. Ну да ладно, чё. Будем обосновывать здесь форпост. Чувачелла, давай резче. Давайте помогайте окна заколачивать. Чё я тут один бодрачу? Как в нашей Раше. Начальником она. Надо, кстати, запомнить, где места с лутом. Потому что, когда он тут все посмотрит, они перестанут светиться. И потом, бывает, приходится искать. Так, без палева сбоку подошли. Постучи. О, отойдем от окна. Отойдем. Там толпа зомбарей идет. Она может нас спалить. Я, правда, не знаю, палит ли она, если окна заколочены. Но они здесь доколочены, если честно, так себе. Тут, в принципе, все видно. Я не хочу, чтобы вот та толпа сюда ворвалась. Чувак, давай рещи уже это, ищи. Че ты тут ковыряешься? Сейчас вон та толпа сюда прибежит, ты быстро примешь ускорение. Они тебе перцовую клизму поставят. Так, надеюсь, не запалят. Давайте аккуратненько так. А, вон типа вот звуки издает такие. На карте показано. То есть, если в радиусе будет зомбарь, он услышит и сагрится. Ну, вроде все окна заколотил. Че ты, все? Все, смотрите-ка. Теперь основать форпост. Уверен, уверен. Возведение форпоста. А, так, ну давайте пусть пока это все возводится, я полутаюсь, что здесь есть. А я могу вот так вот сюда сдать? Нельзя сюда сдать. Ну сюда можно сдать зато ружьишко, которое в принципе мне не нужно. И патрончики к нему, я так понимаю. Вот это можно сдать. И. Ну давайте пробежимся тут, посмотрим, будут ли еще какие-то сумки с лутом. Так. Давай дуй на базу, что ты здесь стал-то? Проверить. Во. Взломать. А, точно, у меня же сумка, возможно, это можно взять. Давайте аккуратненько выйдем. Там, сука, толпы зомби ходили. Ах ты ж, ёшки-матрёшки. Вот, сука, спалят по-любому. Кого ты идешь на базу? Аболтус. А, этот, собиралка? Да, вали на базу. Давно пора. Я думал, кто-то из моих идет на базу. Так, это забираем. И это сразу... А, у нас же, сука, топор сломался. Но он резак для бумаги, какой-то беспонтовый, слабый. Нет смысла его оставлять. Так, что тут по луту у нас еще есть? На втором этаже, я помню, еще одна комната была. Так, тут все забрали. Тут все, отлично. Что у нас получается, пока только одна сумка, которую можно сдать. Да ладно, тебе проблемы. Все нормалек, все путем, все пучком. Подготовка ловушек сейчас закончится и смело отправимся домой. Ну или полутаем, сейчас посмотрим, определимся.
А зомбарьки ломятся. Че, все? Подготовились ловушки? Вот, сука, ломятся, а? Во, плюс 8, плюс 2 улыбка. Это принес Джейк. Красавчик Джейк. Долго, правда, собирался. За левым флангом. Такс. Прыгаем в точилу и на базу. Или нет? Или не на базу? Давай, давай, залазь, а то опять меня засчитают. Неаккуратная езда. Во, хорош. Что можно еще тут полутать из домов? Текущее задание. А, текущее задание, текущее задание. Во, смотрите-ка, бар. Погнали в бар. А, так это вот он, есть. Тю. Ну-ка, вылазь. Найти бы какой-нибудь топор хороший с уроном. Сюда вход? Или где вход? Там еще какие-то зомбари лазят. Ой, я думаю, сейчас если я через окно залезу, будет шума много. Хотя... Хотя придется все равно ломиться. Ну, нас трое. Мне, в принципе, это радует, что нас трое. Втроем-то как-то веселее. Но я через shift лутать не буду, потому что ночь опасна очень. Куча зомбарей набежит. Может, даже нас втроем работать. Поэтому как-нибудь так вот аккуратненько. Так, коктейльчики забираю. Хотя они, в принципе, недорогие по влиянию. Но пусть будут. Так, давай, 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 давай. Красавчик. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Да, 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 сейчас отправимся домой. Скидываем. Надо было грузовик поближе поставить. Так, сумку скидываем. Сейчас еще за одной пойдем. Это, я так понял, мы припасы как раз таки таскаем. Питание. Сука, везде зомбари. Я аж по звуку слышу, как они тут тусят. Комплит? Что комплит там? Основная мастерская, хорошо. Можно починять оружие, я так понимаю. Сейчас придем, посмотрим, что это за мастерская такая. И что с ней делать. Так, скидываем. А, я так понял... А, все, тут больше нет лута. А, почта. Погнали на почту. Все, после почты сразу отправляемся на квест и уже потом домой. Она вот она, кстати, следующая почта. Следующее здание. Ой, пошумел чуть-чуть. Ну, вроде зомбарей не так много. Можно выйти и сразу сюда. Да я знаю, что зомби на хвосте, но их же немного. Ты не можешь перелезть, да? Тю. Печалька. Опачки, кнопочки. Что это такое? Какой-то бронежилет напоминает. Хотя это, наверное... А, это сумка, рюкзак. Сумка, сумка, рюкзак. Все сказал. Ничего не осталось. Давай, помогу тебе. Опачки. Хорош. Все, отправляемся на квест. Так, залазь. Да черт с этим зомбарем. Ну, залазь. Такс. Посуда, я думаю, можно проехать до квеста. Да, 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 вот он как раз. Что-то нам сделать здесь надо. О, а тут этот. Крикуша. Где Крикуша? Вылазь сразу. Я выйду, тебя с автомата расстреляю. Пока я его, сука, не... А, вон он стоит. Или нет? Нет, это у меня уже глюки, это не он. Где-то, сука, он здесь. Печально, что нету топора. А нож, он вообще какой-то печальный в ближнем бою. Короче, все печаль и тлен, полная. Полная тлен и печаль. Кстати, мы там, по-моему, еще один домик можем полутать. Который по соседству. Да, так держать. Неплохо их, кстати, смотрите, так-то достаточно много. Так, еще зомбарь идет. Но мы, главное, Крикушу не завалили, а это главное. Давайте уже в ближнем бою. Надеюсь, ребята справятся. У меня цель Крикуша. Сейчас им помогу все-таки. Да, 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 факин, факин. Где Крикуня? Крикушка, я иду за тобой, сука. Так, перезаряжай. А то пошел на Крикушу с 6 патронами. Вон, сука, он идет.
Давай, давай, давай. А? Убежал, пидор. Минус. Отвали. Отвали, зомбарек. Все, прыгай в машину. Ты что сразу поехал-то? А тот пошел на базу, да? Окей. А, нам нужно полутать. Какой дом? Вот этот получается, да? Тут есть зомби, нет? Так, визуально пока не вижу, что здесь есть какой-то лут, но и зомбарей я тоже не вижу. Тут не побежал за нами. Окей, давайте аккуратненько так. Зайдем внутрь. Тем более, что двери открыты, можно сделать потишине. И перезарядим автомат наконец-таки. Так, тут тихо, спокойно. Это я, по-моему, зомбарей слышу. А, пошел все-таки за нами один. Давайте поможем, так и быть. Превышен максимальный запас. Максимальный запас чего? Я что-то не вижу здесь вообще никакого лута, хотя горят восклицательные знаки. Точнее, вопросительные знаки, но, видать, где-то есть что-то. Что-то я пропустил. Ага, я зомбаря пропустил, который где-то здесь шастает. А, ёшки-матрёшки, вот полочка. Тю, в целом доме можно поискать только полочку. Ах ты, сука, отвали от меня. Или там еще, по-моему, в соседней комнате что-то было. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы он искать не прекратил при виде зомба. При виде зомба. Угу. Так, тут есть... А, это окно так светится. Понятно. Давайте скинем часть лута и еще вернемся, заберем еще остальную часть. Так, ну давайте, в принципе, сумку, чтобы не тратилась выносливость. Прям-таки много. Там еще немножко можно забрать, место позволяет. Ну, бежи, бежи, чувак. Все надо делать резко-дерзко. Когда у тебя на хвосте зомбари. Так, сок, у меня два слота. Понятия не имею, что лучше взять. Давайте тогда уж так вот. Магазин при возможности. Да, без проблем, заскочу, поговорим. Отлично, справились. Так, как нам лучше попасть туда? Можем, в принципе... Вот еще, кстати, дом тоже не лутанный. Ну, потом уже. Можно, в принципе, через дебри поехать. Тут дороги нету, но это самый короткий путь, скажем так. Это что, сука, жирный был? Да, это жирный ублюдок. Вот он жесткий, а, типок. Куча патронов на него уходит. Нормалек все. Во-во-во, смотрите. Реально показывается, что, типа, можешь подъехать сюда, и весь... все эти сундуки сдадутся. Сумки, точнее. Во! Хорош. Собрана еда. Собрана еда. Дневная пайка. Короче, куча еды, я так понимаю, да? 45. Ха-ха, вообще красавчики мы. Сука, стройматериалов нету. Нету этих патронов. Так, это скидываем. Это тоже. Пестик минус. Я вот не знаю, купить ли там какой-то автомат мы брали за этот, за влияние. Там, получается, нам дают машину, автомат. Можно его, в принципе, взять, попробовать. Вот. И. Но он, по-моему, мощнее, чем тот, что сейчас у нас. Не знаю, сейчас заценим. Какое там оружие есть. Так, сумку отдаем, медикаменты отдаем. А, кстати... Вон тут у меня еще куча коктейлей Молотова. Конечно, отдаем, не жалко. Хух-хух-хух-хух. Что у нас там по оружию? Так, это патроны, понятно. Вот, вот, вот. А, это штурмовая драба, понятно. Вот она, винтовка СКС. Наши разведчики тут же. Да-да-да-да-да. Винтовка СКС, готов ко всему. Вот это что за крестик, типа? Точность, может, какая-то дополнительная. Но он по всем характеристикам практически превосходит это. То, что у меня сейчас пистолет-пулемет. Но что меня останавливает его купить? Не знаю. Давайте купим. Калибр 7,62. Давайте посмотрим, сколько патронов у такого калибра. 7,62. 45-й, 357-й. И 7,62. О, 7,62, 180 патронов. Ну что, давайте сделаем красоту, что называется. А, берем вот
Стопэ, стопэ. А он 10-зарядный, что ли? Не знаю, давайте попробуем. Хотя, если честно, не особо люблю малозарядное оружие. Это очень опасно может быть. Отлично. Так вот. По Ешкой, по-моему. Ага. Так, 30. 30. Перебрал, наверное, немножко, да? Сейчас опять, блядь, затарюсь. У меня постоянно выдыхаться будет. Есть. На ферме. Что там есть? Есть на жопе шерсть, я знаю. So damn tired. Я устал. Конечно, я долго был на ногах. Мы же, кстати, построили здесь какую-то херобору. Что это? А, это же этот. Чинилка. Поговорить. Хм. Ой, блин, что я нажал-то? Бред, блин. Хотел нажать «иди за мной», я нажал, короче, нет сил. Типа, давай переключимся персонажа. Ну-ка, ну-ка, обратно. Куда ты разбежался? Так, я построил мастерскую. Не знаю, хорошая она или нет. Все, оружие при мне. По-моему, все нормалек, да? Оружие, хорошо, медикаменты. Так, а что здесь можно сделать? Может, ее надо сперва улучшить как-то? То есть она пока без... беспонтовая, типа. Возможные действия. Создает... несколько самодельных петард, это не надо сделать глушитель. Грамотно обустроимость позволяет нам ремонтировать машины. Вот оно что. Ясненько. Основная мастерская. Улучшить, короче, ее надо в любом случае. 25 этих требует. 25 ингредиентов, короче. Строительных материалов. Ингредиентов. Возможно, действие. Можете разбирать найденные патроны и делать из них пули нужного калибра. Требуется оружейная мастерская. Нихера себе. Неплохо, в принципе. Урожай будет богаче, требуется огород. Всего один строительный материал. Делать горючее из продуктов питания, требуется продуктовый склад. Так, а это что такое? Позволяет... позволило бы создать более эффективно стимулирующие медицинские препараты. Слушайте, вообще отличная, по-моему, тема. Можно то, можно все. А что это дает? Появятся новые плоды, это будет хорошая прибавка к урожаю. Ежедневно обеспечивает пищу. Недостаток материалов, исследования в библиотеке. Ясно. Короче, у нас реально нужны материалы. Ты, сука, что здесь делаешь, падла? И надо еще какое-нибудь холодное оружие хорошее. Но я не хочу его покупать, я, в принципе, могу его замутить. Пиздец, она вообще неубиваемая. Или это нож такой дерьмовый? Ну, ёшки-матрёшки. Ха! Столько времени потратил на нее. Так, что нам говорят квесты? Че это такое? Подготовка ловушек. Хм. А, то есть, смотрите, мы там нашли питание, и сейчас постоянно у нас, я так понял, питание будет поставляться с этого форпоста. Квест нам говорит, иди сюда. Сброшенный груз, это всегда хорошо, там может что-нибудь интересное. Сюда обязательно съездим, узнать, какая ситуация у выживших. Узнаем. И зараженный дом только что появился, по-моему. Окей, давайте сперва сюда. Но для начала сделаю стоп-старт. Ну что, погнали, выполним квестик. По материалам, я думаю, лучше сделать это в следующем эпизоде. Вылазку такую хорошую, как, в принципе, у нас было в прошлом эпизоде, когда мы практически весь эпизод только и лутали. Ну, а в этом повыполняем квестик. Квестик, квестики. Сколько нас хватит. Терпение, желание и времени. Так, с кем, кое с кем нужно пообщаться. Но я знаю, что пообщаться нужно. Что поделаешь. You're so good at surviving out there. It might be a good idea if you train some of the rest of us. Сэм, научить пару-тройки трюков. Ой, Сэм, не до тебя сейчас вообще. Какие-то трюки еще придумал, трюки. Выйди в поле с зомбарями вон и упражняйся с тем, чтобы как от них свалить. Не понял, это что за локация? Какие-то вопросы. А что здесь, может что-то полутать, что ли? А где? Тут ничего же нет. Ну-ка давайте их запустим. Что-то я не понял, а что они хотят? Такс. Я вообще не вижу здесь лута. Может вот это что-то? Опа, очки, кнопочки. Ну-ка давайте посмотрим, что это такое. Реально можно полутать. Ну давайте возьмем. Совместим приятное с полезным. Так, зомбарь. А, зомбарей, говорю, вроде нет. Давай, 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 ищи, ищи, ищи. Дробыш и патрики. Хорошо.
Минус. Не, ну нож это печалька, если честно. Хотя вроде сейчас нормально было. Погнали, чувак, дальше. Иной раз нож это вообще очень большая печалька. Как вот я ковырял ее очень долго зомбаря. Ты проедешь сквозь кусты? Хоть сквозь кусты проезжает. О, ёшки-матрёшки, сколько тут всего. А я вообще как... Вонючка, по-моему, идет, да? Нет, обычный зомбарь. На вонючку очень похоже. Я не знаю, хватит ли широты от этого проема, чтобы проехать на машине. Но я пешком туда всяко не пойду. Если я здесь не пройду, я пройду в каком-нибудь другом месте. Ну-ка. Включим все свои машинские, управленческие навыки. И попробуем. Не, походу никак не получится. Ну хочется полутать просто. Тут еще, вон там что-то светится. Отвали. А, это я на камни так наезжаю. Я думаю, что такое на ровном месте? Такс. Ну-ка, давайте через shift. Ой, там сколько их идет. Через shift-ик, быстренько. Хорош. Да. Валим. Валим. Чувак, садись и погнали. Ну, резче. Хорош, красавчик. Через shift это очень классная тема. Быстренько полутал и свалил. Так, надеюсь, заборов здесь нет никаких, да? Отличненько. Тут что? Тут у нас, по-моему, полутано все. Где? А, вот это груз, что ли? Нет, это не груз, но это какой-то тоже лут. Давайте я скину сумку в багажник и посмотрим, что здесь. Так, главное быстро это все сделать. Хорош. Это рогатка. Пацан, ты где? Где пацанчик-то? Она сейчас мне дверь сломает. Хорошо, минус. А куда он уперся-то, я понять не могу. Может, он пошел к грузу сразу? Здесь его не вижу. Ой, ёшки-матрёшки, сколько вас там, а? Ладно, пусим. Ой, тут лут, и там лут. Короче, вообще прям поле лута. Вообще их дохера. Ну, главное, что нет никакого ни жирного, ни вонючего. А, не, вон, резкий дерзкий есть. Его сложно на машине сбить, он потому что кувыркается. А где напарник-то мой? Понять не могу. Ах ты ж, ёшки. Уходит, а? Че, вообще никак? Там жирный. Вот кого-кого, а жирного я вообще не хочу сюда привлекать. Где напарник, я понять не могу, а? Сука, там зомбари еще. Ну-ка, отвали от моей машины. Падла. Это я его что, с одного патрона в голову убил? Да я не верю. Так. Зомбари сюда идут. Ищем. Быстро. Быстро, блядь. Вы посмотрите, сколько вкусняшек. Сколько вкусняшек. Это же вообще бомба. Да. Аверс. Сейчас мы их задаем. И спокойно полутаем все. Фу, там вообще 4 ящика. И 4 или даже несколько. Не, я еще не собрал груз. Жирный сюда может прийти. Так, они меня вроде не видят. Нет, согрелись. Да пока не за что, девка. Не за что фэнкать. Главное, чтобы жирный не пришел. Это вообще будет сразу печалька очень большая. А, наверное, зря я использовал оружие. Да, жирный заметил меня. Не, я отсюда не уйду просто так. Жир, иди сюда. Бум. Охренеть, сколько их тут. Сука, вытащили, а? Вали. Перезаряжай свою шарманку. А, хотя 6 патронов, нормально. Ну что, попробуем жира завалить. Я не знаю, правда, сколько на него потратить патронов надо. Да, ты злой, ты очень сильный. Ты даже вон машины двигаешь. Смотрите-ка, пушечка-то вообще выносная. Только так жирного уделали. Погнали. Хорош долбить, тварь. Ой, сколько их вас много-то, а? Я, наверное, не успею, да, закинуть сумку.
Пока я там буду ковыряться, они уже дойдут до меня. Управление хуже у машины стало. Реально хуже. Она и разгоняется плохо, и управляется плохо. Ну, она очень сильно покоцана, это понятно. Вообще. Еле-еле колымажит просто. Давайте отпустим его. Вот так вот. Чик. Не знаю, задавил, нет. И дособираем здесь все. Давай, чувачело. Так, скидываем сумку, скидываем драбу. Вот это скидываем. Сука, еще идет, а? Okay, I'll run this home. We'll be ready. А! Не, ну лучше их задавить справа. Вы перегружены. Конечно, перегружен, столько лута. Там, в принципе, вон еще на поле есть какая-то херня, которую можно полутать. Ой, ну машина так раздолбана, что я не знаю, есть ли смысл это делать, нет. Сука, и сумка уже не лезет, что ли? Да я вижу, что у тебя нет места. Что делать, а? Что там осталось вообще по луту? Давайте посмотрим. Кирка. Может это уничтожить? Сломать, давайте сломаем. Так, и возьмем, наверное, вот это. Окей, все, погнали домой. Так, а где мы находимся? Не вижу. Опять, короче, не вижу, потерял на карте. Очень маленький значок. Фух, главное не перевернуться сейчас, у нас куча лута. И хочется все-таки добраться. Это что такое там за кипиш? А, это сундуки. Толпа зомби. Так, машинка, аккуратно. Главное не это, не перевернись, вы обречены. Бессрочная. Ладно, хорош. Сейчас я приеду вам, не переживайте. Приеду, поговорю там, кто со мной хотел поговорить. Но сперва надо добраться до дому. Так, избушка. Тут ресурсов вообще никаких нет. Это какой-то каньон. Наверх можно заехать. Так, а дорога есть какая-нибудь наверх-то? Ёшки-матрёшки. Главное не перевернуться. Это просто вообще основной квест. Это не перевернуться. Ух, наконец-то. Выбрались на нормальную трассу. Сейчас спокойно едем до дому. Так, на этом повороте вроде направо, ой, направо, говорю, налево и до упора. Или нет? А, чуть дальше и направо, и до упора. Фу, вот это хардкор, а. А чё чувак от нас свалил? Как всегда, какая-то херня, он сваливает сразу же. Не только этот, а ещё и другие. Подставщики, блин. Эк, давай колымага, уже немножко осталось. Давай. How's it going? I'm almost there. Это что мы притащили? Материалы. Ух ты ж! Как раз то, что нужно. Так, а этот так отнесем, потому что его надо сюда. Вот. 60 материалов. Во, мы красавчики. Так, пестик скидываем. А что тут круче? Вот это или вот это? Это весит меньше. Так что его оставим, это впариваем. Это типа крутая, но она, сука, весит до хера. Поэтому лучше ее скинуть. 900 влияний уже. Вообще мы по красоте все сделали. Моральный изъян, злость. Так, а давайте экипируем. А, он уже экипировал эту кирку. Хорошо. Опачки. Не туда немножко нажал. Так, это у нас глушители, я так понимаю, да? Все скидываем, все продаем. 60. 60 стройматериалов, это да, это бомба. Так, драба, давай, до свидания. И это тоже. Что у нас есть на строительство? Давайте посмотрим. Что-то у нас было там, возможность какие-то. Что тут надо? Улучшение. Так, а обустройте мастерскую. Давайте обустроим. Тут ничего нельзя не сделать.
Тут радиовышка, понятно. Это улучшить нельзя пока. Вышку можно улучшить. Я даже не знаю, есть ли резон улучшать вышку. Спальню нельзя улучшить. Хотя нам просили обустроить спальню. А что ты при улучшении делаешь? Так, атаки этих тварей благодаря улучшает навык стрельбы всей группы. Заюзать что ли 25 материалов? Или не стоит ли? Не знаю, вообще под сомнением. А что такое? Урожай будет богаче. Во, кстати, вот это можно заюзать. Всего одну единичку требует. Так, ну что, дорогие друзья, давайте уже закончим этот эпизод. Продолжим, соответственно, проходить уже в следующих. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ссылочка с прохождением в описании под видео. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.